Невзирая на значительные сокращения авиарейсов между двумя странами, авиаперевозчик настойчиво продолжает пренебрегать требованиями международного и российского законодательства, сообщает пресс-служба Краевого пограничного управления ФСБ России. Так, всего несколько недель назад на борту самолета с сообщением «Стамбул-Сочи» пограничники выявили гражданина Турции, у которого не оказалось российской визы. Мужчина признался, он даже не подозревал, что для пересечения воздушной границы потребуется виза. В результате по вине компании-перевозчика, которая была обязана проверить у пассажира наличие необходимых документов для въезда в Россию, иностранец сразу же обратным рейсом был отправлен домой. Авиакомпания привлечена к административной ответственности, а в адрес ее руководства внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению этого правонарушения. Только за минувший квартал пограничники пресекли более 10 попыток въезда в Россию граждан Турции, в визах которых заявленные цели не соответствовали действительности.